Рука руку моет. В понедельник наши новости сообщили об аресте начальника регионального военного представительства Минобороны Игоря Рогулева. В его обязанностях был контроль качества и приемка военной продукции, которую выпускает Саранский телевизионный завод. Военная прокуратура Пензенского гарнизона во время проверки исполнения гособоронзаказа установила, что Игорь Рогулев получил 500 000 рублей от представителей СТЗ. А накануне днем появилась информация, что правоохранительные органы очень заинтересовались деятельностью теперь уже экс-директора завода Сергея Сафонова. Пазлы сошлись. Именно ему инкриминируют дачу взятки в крупном размере. Столько по имеющейся информации Игорь Рогулев запросил за то, что он не станет раскрывать сведений о завышении стоимости продукции предприятия и нарушении условий выполнения заказа. Иначе предприятие ждало бы расторжения контракта в сфере государственного оборонного заказа. Сафонов согласился на сделку и передал Рогулеву 500 тысяч рублей, как утверждает следствие. И, кстати, генеральным директором Саранского телевизионного завода теперь назначен Сергей Денисов. Эта информация размещена на сайте завода от 11 октября.